С наступлением осени световой день сокращается, автомобилистам становится все сложнее замечать пешеходов. Поэтому инспекторы ГИБДД и дорожники вышли в очередной рейд. В этот раз на федеральную дорогу Кола, рядом с деревней Вилга. Профилактическую работу проводили и с водителями, и с пешеходами. Мы призываем пешеходов соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дороге и, самое главное, быть заметными на дороге. А для того, чтобы быть заметными, им всегда помогают световозвращающие элементы. С начала года на территории Карелии зафиксировано 74 автонаезда на пешеходов. Главная задача профилактической акции – предупредить и обезопасить участников дорожного движения. Водителям необходимо быть внимательнее, а пешеходам заметнее, особенно при выходе на трассу. Световозвращающий элемент сделает вас не только заметным на дороге, но и поможет вам сохранить жизнь. Потому что сейчас у нас уже темное время суток, и пешеходы, к сожалению, становятся невидимками в осенний период. А световозвращающий элемент поможет вам стать заметным. Всем участникам дорожного движения подарили светоотражающие элементы, а также памятки о соблюдениях правил безопасности на дороге. Конечно, культура на дорогах начинается с себя. Да, я это уже заметил. Сейчас очень надо аккуратно ездить и за всеми смотреть. Глаза должны быть со всех сторон. Такие рейды – одно из направлений работы сотрудников ГИБДД и дорожников. Они проводятся регулярно и помогают сократить число нарушений на автотрассах. Любовь Цыганова, Алексей Локсев, служба новостей.